Всем привет, ребята, дорогие друзья, вы на канале Альфа. И сегодня, ребята, я продолжаю проходить игру под названием «Россия против зомби. Первая часть». Сегодня, ребят, мы уже будем играть на уровне ночи. Первый уровень у нас. Так что давайте будем тянуть. Погнали сразу же. Если, ребята, не ошибаюсь. Если, ребята, не ошибаюсь, то... Да, вот, за ноль будет стоить, да. Первая Россия на этом уровне будет стоить за ноль... солнца, да. Так, берем Гореха Стрева, вот так вот сделаем, вот так. Давайте вот так, все. Погнали. Зомби, правда, спидром нету. Да, вот еще будут могилы здесь, ребята, теперь. Вот с этих могил, когда будут волны, да, будут зомби выходить. Это вообще не круто. Ну, это только хорошо в том случае, если, типа, с того зомби выпадает монета. Ну, вы, ребят, сами прекрасно знаете, вы в эту игру не один раз играли, думаю, тоже, как и я. И еще, ребята, здесь больше не будет солнца. То есть, солнце здесь сами по себе не идут. Чтобы вы понимали, да. Сами по себе, ну, тупо не идут. Так что, придется грустить. Но на самом деле мы не будем грустить, так что мы вообще не грустим. Так, поставили там, отлично. Думаю, он там должен успеть его убить, прежде чем он его съест. Так, теперь, да, вот здесь ставим, пожалуй, вот так вот. Нормально. Ну, блин, пацан как-то вообще еле-еле добывает. Ребят, вам так не кажется? Он еле-еле добывает солнце. Я в шоке. Это вообще не круто. Капец. О, наконец-то. Теперь у нас два подсолнуха. Во как. Вот так сделаем. Нормально, думаю, будет нормально. Блин, а вот тот, кто ниже, вот он реально может быть сожрать. Хотя... Нет, не сожрет. Не сожрет. Так, все, отлично. Ну а также, ребят, конечно же, не забывайте, естественно, про лайки, про комменты, про колокольчик, про подписку и все в этом духе. И также про мои соцсети, на которые ссылочка в описании. Обязательно подписывайтесь, да, вот. Все. Все сказал, что нужно. Давай, убейте зомби, давайте, быстрее стреляйте! Ура! Он не съел никого. Отлично. Так, сейчас пацанухой мы заканчиваем, походу, да? Хорошо. Так, мне кажется, даже мы без горохострелов этот уровень с легкостью пройдем. Да-да, пройдем, потому что я вижу, что зомби особо таких мощных нету, все такие слабые какие-то. Так, что как-то так. Так, ну вот, давайте еще 200, так, ставим сюда. Нормально, так, вот поставим. Берися давай. Все. Так, у нас даже 200 есть, да. Не нужно было, ребят, вишенку брать все-таки. Мне кажется, вот вишня была бы более полезнее, чем вот, допустим, тот самый же зубастик. Блин. Посмотрим. Так, не спим. Давайте. Защищаемся, бингом. Я все думаю, зомби, в принципе, сейчас может откинуться, все. Супер, конец, все. Все. Отличненько, забираем наше новое растение, да, за 25, которое оно... Да, вот монеты, ребят, начали давать, все, монеты дали. Сансрум. Я, ребят, извиняюсь, я не так прочитал. Так что как-то так. Так, зомби с ведром и с конусами, вот это уже, да, вот это проблемка у нас, так. Вишню тоже берем обязательно, потому что капец, все. Погнали. Я просто знаю, что обычно горах стрел вообще не ставлю на ночных уровнях, а вот... Там, где дневные, да, вот это другое дело у нас, да. Так, будем пользоваться другой тактикой. Сейчас вам покажу все, ребята. И расскажу поподробнее. То есть, как расскажу, будете видеть, да?
Вот, вот так будем стать, ребята. Вот так, все. В некоторых рядах у нас будет чисто, чисто. Вот эти. Как они называются, ё-моё. Ну, короче, вы поняли, вот эти грибы, которые дают солнце, да, вы поняли? Они будут стоять чисто вот там. А если, типа, зомби будут идти по этим рядам, мы, может быть, ставим, будем ставить вот за 25. Думаю, вы поняли. Эти вырастают, это уже хорошо, конечно. Это все хорошо, блин, но, блин, меня бесит вот... Блин, зомби сейчас убьют с комнаты. Я уверен, давай. Пацаны, ура, красавчики. Так. Да, сейчас остается только ждать. Сейчас остается только ждать. Так, две волны, ребята. Ух ты, ё, две волны. Будем знать, будем знать. Так. Так, ладно. Забираем все, забираем все в этом духе. Все в этом духе забираем, ребят. Так, хотя бы из могил не вылазят зомби, это уже отлично. Так, там зомби. Что вот так сделать? Что уже поделать? Так, да, провалилось. Блин, я еще не могу лопату взять, потому что у меня сенсор. Так, ребят, все кое-как мы поставили горохострел, потому что, ну это ж капец. Мы минуснулись по солнцам, нормально. Вот этим по солнцегрибам. Да, ну ладно, сейчас выживем. Должны выжить, ребят, должны выжить. Должны выжить, пацаны. Если вы не выживете, это будет капец. Выживайте, давайте, хоть как-то. Ура, горохострел, красавчик. Все, горохострел просто мощь. О, там зомби с ведерком. Так, прямо так. Нормально. Так, ребят, я, конечно же, извиняюсь, но мне позвонили. Это капец, меня так бесит, когда мне звонят, когда я снимаю. Это вообще капец. Так, ладно, живем как-то, выживаем. Ну, давайте. Убейте этого зомби с ведром. Вы немощные, давайте. Давайте. Ставь с ведра, противник, все, ура, убейте. Давайте. Все нормально, живем. Все вроде под контролем. Все нормально, ребят, нормально, живем. Тысячи нам уже не суждено накопить. Ну да ладно, все, пофиг. Похрен, мы живем как можно. Да. В принципе, ребят, они никак не могут нас съесть, потому что у нас просто отличнейшая оборона. Пацаны, давайте быстрее как-то. Ура. Волна, давай, все, наконец-то. Так, все, давай. Готовимся, мину ставим. Я готов ставить мину. Давай, вылезаем, все нормально. Давай. Бум. Нормально, все. Пока что так. Пока так живем. Там посмотрим. Давайте, пацаны, я вас верю, выживаем как можно. Все, похуй, ставим. Все ставим. Так, все, в принципе, волна. Может, еще будет так. Мы уже прошли ее, да. Все, зомби с ведерком. Давайте, убейте этого зомби с ведром. Ну, ё-моё, пацаны. Это не шутки. Давай. Давай, отоварь его, давай, завали. Завали, завали, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну давай же. Ура! Ура! За 75. Так, а что это за растение? Я думаю. А ну. Фюм срум. Короче, как-то так. Континью. Так, это его машина. Безумный ключ. Он мне дает ключи, чтобы я типа купил, да? То есть, чтобы ее открыть, да? Чтобы покупать. Ну, вообще, ребят, честно, нам предоставится любезно магазин. Так, что ты орешь? Все, заколебал. Так, это что у нас, мини-игры или что это такое? Вот, чтобы я купил это? Нахрена? Continue еще. Что мне это дает? Так, пазлы открылись, мини-игры, все в этом духе.
Все это, ребят, мы будем проходить, конечно, после прохождения основного сюжета. Так, все, погнали, третий уровень проходить. Все, погнали, погнали, погнали. Что ты опять хочешь? А, хорошо, ну давай потратим. Нихера себе. Вот это цены у тебя, конечно, дружище, ты шо? Так, теперь становится доступно больше, да? Это хорошо. Так, эти нам сейчас подсумки нас вообще уже не интересуют. Нам вишня интересует нас. Потом мина. Давайте вот так сделаем. Все, давайте попробуем с тенарихом попробовать пройти, да? Ну, посмотрим, как он дальше будет. Поставим. Так, ребят, если что, мне уже точно никто не позвонит, потому что я уже отключил все. Теперь точно мне не должны дозвониться, потому что заколебали, честно скажу. Извиняюсь, но это так. Так. Так, быстро садим, потому что нужно быстро все делать. Дайте еще пятерку дайте быстрее. Блин, они еле растут, я в шоке. Все. Давай его посадим. Давай, раз. Так, все, вот я вижу того зомби с дверью. Все, ставим. И куб мы лучше ставим, так. Гархострел, конечно же, просто бесполезно стреляет в дверь, поскольку сейчас, если начнет, вот, да, все, он стреляет по зомби, уже все нормально. Сейчас увидите, ребята, что зомби просто надо сейчас... сдохнет. Это так? Нет. Да, это так. Все! Волна, ребят, сейчас будет волна. Сейчас будет зомби вылазить откуда-то. На самом деле, с могил. Давай. Отлично. Отлично. Так, берем вот этого сюда. И далее потом стреляю, типа, через зомби. Это просто супер. Через... ну, даже если будет 5 зомби, это будет супер. Вот это просто супер. Блин, туда поставил, ладно. Твою ура, все. Забираем, ребят, магилает. Все, забираем. Горев бустер. Кондиню. Так, погнали, последний уровень придем. В смысле, что тут? Тут. Так. Ой, нет, не этого. Твою мать, не то. Вот так. Да ладно, уж возьмем мины. Мины нужнее, чувствую. Так. Естественно, ребят, ждем. Как обычно, да? Я помню, ребята... я музыку эту просто обожаю, если честно. Я помню, эту музыку каждый день слушал, когда даже, типа, прошел эту игру, да, типа. Ну, Растеплитель зомби, да. Я эту музыку раньше, типа, в Ютубе смотрел, типа, как ютуберы играют. И слушал, наслаждался просто этими мелодиями прекраснейшим. Ух. Атмосфера просто супер. Просто нету слов у меня, да. Все, ребят, практически уже нету могил, мы их уже все сожрали, сказать. Нормально, живем. А вот что если сделать вот так? Вот так, все, давай. Ну, блин, Гархостер, давай, стреляй быстрее, заколебал, еле стреляет. Давайте, блин. Все, Гархостер сейчас всех уничтожит, чувствую. Блин, зря поставил только. Ладно, надеюсь, я убью. Да, зомби сейчас поменяет. Так. Нам нужно взять вот так, не иначе. Но теперь везде карты. Да, карты. Нормально все живем.
А знаете, ребята, эта тактика будет даже лучше, чем та. Мне так кажется. Потому что она эффективнее будет, чем моя прошлая. Больше эффекта. Так. Это главное. Так, быстро. Так что эту волну уничтожаем магию. Да. Так, остался прорывать вот за 75 еще сюда. Потому что зомби с ведром. Нужно как-то задержать его, ё-моё. Давай, зомби, давай, ура, молодец, зомби. Так, насаживаемся. Они все здесь нужны. Против зомбаков это просто супер. Всё, зомби просто откидывается. Давайте просто быстрее выпадем. Сейчас уже монетку забрали. Все, против нас, ребят, вы ничего не сделаете. Зомби просто все. Отъезжают. Все. Аллилуйя, да. Победа за нами. Ура. Ура, ура. Так, теперь еще на самый верх оставайте поставить 75. И будет супер. Все, ребята. Все. Вам не пройти, пацаны. Быстрее, мины! Блин! Вишня, ё-моё, быстрее, пацаны, быстрее, вишню надо, вишню надо. Вишню надо быстрее, давайте растите, ё-моё. А, давайте еще разок, еще раз, давай. Давай, вишню, вишню, давай. Нормально. Нормально, нормально, все. Все, давай. Быстрее убейте этого зомби, давай с ведром, давай. С ведром. С этой, с дерью. Все, альманах, забираем. Если, ребята, не ошибаюсь, то в этой книге все про растения, про... Да, вот, про зомби тоже написано, написано. Ну, нам это вообще не интересно. Так, что? Как-то так. На этом, ребята, будем заканчивать. Все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты, нажимайте на колокольчик. Все в этом духе. Всем пока, одной фиге, ребят. Пока!